Замечательно. У нас сегодня больше эфир про цикламен, я так понимаю, да. Тут тоже пишут, что литры цикламена на гайморит потратил, но... А, и написано, он неизлечим, типа гайморит, видимо. Вот так говорят. Гайморит неизлечим. А мне Да, кажется, ну, ребят, излечим. у нас, наверное, все неизлечимо, если мы на еде, да? Это же нужно тоже понимать, что если мы, это же зависит от нашего образа жизни. Если мы что-то начинаем от чего-то излечиваться, если мы будем продолжать тот же образ жизни, то, наверное, смысла в этом особого не будет. Если мы от чего-то избавляемся в своем теле, от чего-то лишнего, как мы считаем, то, наверное, нужно и поддерживать это состояние какими-то уже иными способами, нежели раньше, к которым мы пришли.